Teams. Слушайте, народ, вы видите, те, кто в зуме, вы видите презентацию или нет? А, все видите, да? Презентация есть. Ой, а можно нам ближе? Что надо выключить? Можно нам поближе? Что надо выключить? Кто-нибудь слышно, что там говорят? Их самое главное, где? Почему они говорят? Господи, ладно. В общем, нормально. Экран в зуме виден, как я правильно понял, да? Все хорошо. Отпишите. Можете писать. Смотрите еще. Можно в процессе задавать вопросы. Пишите это в общий чат. Можно в конце задать свои вопросы, когда это будет время. Пишите тоже в общий чат. А, все видно, все хорошо, да? И нас видно, и экран виден. Напишите в чат сейчас сразу же. Да, все видно, замечательно. Хорошо. Тогда можно начинать. У нас сегодня семинар. На семинаре мы разное вытворяем. Иногда приглашаю Никиту. Пока что никто нас еще не посещал. Никита, сотрудник музея Штиглица, расскажет про стеклоблоки Фальконье. Это вот, собственно, вот это вот. Это стеклоблок Фальконье. Теперь слово Никите предоставляю. Да, очень приятно. Спасибо тем, кто нашел время зайти в трансляцию, и тем, кто предпочел трансляцию живому посещению. Вот. Те, кто пришел, как раз будет возможность в натуре познакомиться с этим материалом. Показать, к нему прикоснуться. Вот это натура. Да. Сегодня мы с вами осветим такую тему, как строительные стеклоблоки или стеклянные кирпичи, как их называли, во времена их использования, стеклоблоки Фальконье, названные так по фамилии изобретателя. У нас теперь презентация прекрасна. Сейчас мы разберемся с презентацией, сильно его заработала. Швейцарский архитектор Густав Фальконье. Как раз в 1880-х годах начался эксперименты с выдуванием стеклянных кирпичей. Немножко исторической подоплёки. Вторая половина 19 века – это расширение роли стекла, роли света в архитектуре. Этому способствовали и бум промышленности, и появление более совершенных инженерных технологий, позволявших перекрывать большие пространства, различные павильоны. Яркий пример – наш большой выставочный зал в музейном здании. Вот. Начинается эта история с хрустального дворца Пакстона на выставке в Лондоне. Да, мы его смотрели на самой первой лекции. Вот. Одновременно как бы это подталкивало, конечно, и электричество, и увеличение мощности, и выделка самого стекла, то есть его можно было производить больше. Также, конечно, 12-часовой рабочий день на заводах. Вот. Ну и в целом архитекторы уже начинали освобождаться стиля от украшательства и начинали экспериментировать уже с чистыми формами, с материалами, с обработкой натуральных материалов и изготовлением новых материалов. Но, конечно, связано с керамикой и стеклом. Вот.
сам Густав, он родился в Швейцарии, в городе Нион, на Женевском озере, в получасе езды от самой Женевы. Вот. Свое образование он получил во Франции, в школе изящных искусств, в Эколь де Бозар. Вот. Очень современной прогрессивной школе, которую как раз сейчас едут многие иностранцы. Вот. Там постоянно происходили различные художественные и архитектурно-строительные промышленные выставки, где можно было как раз знакомиться с различными материалами. Затем он продолжил свое образование в Германии, в Баварии, в одном из технических вузов. И потом он вернулся как раз на родину. На родине, хорошо, озеро большое, горы. Ну, оно на самом деле ледяное. Да? Я буду себе покупать. Ну, вот, ну, это горное, альпийское, да, большое озеро. Вот, для этого региона, для Швейцарии, для Женевского кантона было свойственно как раз различные стекольные и глиняные керамические производства. Как раз из-за наличия песка основного ингредиента при варке стекла. Вот, соды, ну и я думаю, с известью тогда тоже проблем не было, при том, что это реально уходит в века. Вот. И, но больших заводов не существовало, существовали небольшие артели, и вот здесь мы видим как раз вот, типичных представителей рабочего класса. Выглядят они, конечно, не как современные швейцарцы, а вот как такой рабочий люд, который некогда населял большую часть Швейцарии. Вот. Сначала сам Густав, он экспериментирует с различными паттернами для черепицы и керамической облицовки для различных заборов, стен и крыш домов. Вот. И начинает, так сказать, свои вот эти пространственные изыскания. Вот. Но быстро от этого переходит как раз к попыткам сделать универсальный стеклянный материал, условно. За основу он берет просто технологию изготовления стеклянной тары, бутылок. Мне кажется, вот эта вещь очень похожа на бутыль. О. Да. Вот. Он, можно сказать, этот кирпич поздний. Вот. Он начинает проектирование форм, наверняка сначала, посредством лепки. Вот. Потом выделывает это как раз в дереве, что позволяет определить форму, наружный рельеф и глубину борозд для закладки. Потому что предполагаю, что они будут связываться между собой цементным раствором, как непосредственно сами кирпичи, вот. Которые бы имели, в принципе, те же свойства, что и кирпичи, только прозрачно пропускали свет, держали тепло, не пропускали запахи, вот. И рассеивали свет, преломляли изображение, потому что, если мы так посмотрим, мы не увидим как раз то, что за этим находится. Вот. Это, конечно, деревянные изделия разных годов. Вот. Начинает он с самых простых кирпичей. Он присвоит впоследствии модель номер 3 и номер 5. По номерам, возможно, первые образцы были неудачными, от них пришлось отказаться. Вот. Мы сейчас держим в руках модель номер 5, который имеет надо подсветить модуль. Только один модуль. Да, я подержу. Который как раз позволял... Модель номер 5. Позволял. Позволял как раз застеклить прямоугольный проем. Вот. Вот, там и свойственно, да, для всех исторических материалов отделочных, пускай это все уходило в закладку, везде наносили клеймо, да, и на видимый, и... О, она может на нас идти, смотри, как стрёмный в зуме. А вот так? Даже еще буду. Ладно, я пошел за. Показываю. Вот, по сути, да, это сосуд, который выдувается в форму, и после изъятия его из формы он отрезается, вот, откусывается от стеклодувной трубки и запаривается. Герметизируется. Вот. И как раз в нем задерживается воздух, что как раз позволяет ему иметь прочность, быть вот, отталкивающим и держать тепло. Так как кислород, воздух, он, в принципе, один из лучших как раз
изоляция. Вот здесь мы видим форму. Это довольно такая примитивная чаша, раскрывающаяся, куда как раз вставляется раскаленный пузырь стекла, продувается, обволакивает стенки, изымается и потом как раз запаривается. Вот здесь мы видим как раз форму в закрытом открытом виде и сами кирпичи. Вот, но на этом он не останавливается. Вот так вот выглядят они в кладке, как раз такой вот микс с 3-5 модели. На прошлой лекции мы сразу затронули вопрос цвета. Почему они не были как бы бесцветными, а имели какие-то цвета? Потому что при варке в стекле присутствует оксид железа, который как раз дает этот цвет. По сути, вот это стекло было самым дешевым в производстве. И так как в основном этот материал предполагал, что он был как бы утилитарным строительным, нежели художественным, в основном, конечно, кирпичи зеленые. А уже обесцвечивание это было более дорогим процессом. Вот. Ну и к нему также впоследствии прибегали. То есть, подожди, чтобы сделать прозрачный кирпич, на это надо еще больше денег потратить, чем сделать свиной, да? Ну, в целом, да. Вот, ну, обесцвечиватель это, по сути, как какой-то из красителей. Вот, он не останавливается как раз на этих довольно примитивных прямоугольных квадратных формах и уже начинает делать акцент на выпуклом рельефе. Одну сторону он делает плоскую, а другую достаточно выпуклую, более выпуклую, чем мы имеем вот здесь, на остальных кирпичах. Вот, он имеет это такой равносторонний шестиугольник, который предполагалось использовать для вогнутых сводчатых конструкций, для устройства оранжерей, зимних садов и каких-то возможных павильонов отдельно стоящих. Вот. Но так как это была форма довольно специфическая и использовать ее нельзя было повсеместно. Вот сейчас я покажу вам форму. Форма значительно сложнее, чем у предыдущего и последующего. Вот. Поэтому, наверное... Такой крабик! Да, мы не имеем его, к сожалению, у нас при себе. То есть он есть только за границей. Вот он, различных ракурсов. Вот здесь видно как раз-таки швы из-за свойств формы, вот эту запаечную пломбу и различные стороны этого кирпича. Вот, он существует уже в трех модулях, потому что, конечно, вот с таким углом утопить вот изделие в стену было бы очень сложно, поэтому как раз они, по сути, обрезаются и делаются плоские края, вот подобные этим, вот, которые можно было бы как раз прилегать к стене. Вот. Здесь мы видим как раз три модуля. Это целый, трехчетвертной и половинчатый. Ну, вот такое вот зарождение швейцарского дизайна, строительного дизайна. Вот так это выглядит с внешней выпуклой стороны. Вот так это выглядит с внутренней. Здесь он уже как раз варьирует рельефы. Вот. Но он приходит как раз в универсальной форме модели номер 8, которая имеет полный расклад 4 модуля. Это целый трехчетвертной, 1/2 и 1/4. Ну, четверть довольно редкая вещь, она на 100 штук для создания как раз закладки конных фреймов нужно буквально 2-4 штуки максимум. То есть при определенных расчетах четвертинка из этой как бы секции исключается. Александр, не нужна ваша помощь. Светить надо. А ты не боишься, что они там его как-то разобьют? Ой. Ты не сможешь так. Да, я думаю, я все контролирую. Вот. Универсальная вытянутая форма, выпуклая, равносторонняя и по сути, равно выпуклый, если так можно сказать. Сейчас было очень сложно. Вот, ты еще кто-то заметил, что стекло включает в себя... Стекло, слушай, оно прямо... К сожалению, вот, да, немножко на зуме это видно. Пузырьки, чем дольше выстаивается стекло, тем меньше в нем пузырей. В принципе, как бы для подобных вещей как раз стекло было принято отстаивать, чтобы оно не покрывалось вот такой вот мелкой мошкой, как ее называют стекольщики. Вот. И
популярной, самой распространенной модели номер 9. Вот. Также существующие в наборе из 4 компонентов для участников онлайн мы покажем целый, трехчетвертной по убыванию с плоской вертикальной стороной. А это тоже надо, да? Ну, желательно. Ну, половинка горизонтальная и четвертинка, которая также довольно мало востребована. Слушай, а давай посветим на цветной, чтобы красиво было на проекте. Вот так. Круто, как это выглядит вообще ромбиками, разные грани по-разному светятся. Но у Никиты в Инстаграме есть фотки крутые, эти фальконе с хорошей подсветкой правильной, можно ими полюбоваться. Слушай, а посвети еще немножко, там, наверное, так уже не видно хорошо, как на тон. Там прям из-за неровности стекла все переливалось, как вода. Ну да. Сейчас все немножко ставим. Вот. Ну вот различные вариации, то есть иногда размеры несколько уменьшались. Вот. Ну, это зависело от производителя и их желания платить за патент, потому что подобные вещи, как бы, они изготавливаются по патенту, по лицензии, которую нужно было приобретать, как бы, изобретателя. Вот. Но иногда сам патент можно было, по сути, скопировать, несколько изменив какие-то процессы, либо в него добавить, вот, что, по сути, позволяло и развязывало руки для самостоятельного производства. Вот. Можно было, в принципе, как бы, ради привычки даже не переименовывать, но уже продавать независимо от этих необходимых отчислений. Вот. Вот форма, она довольно простая, что как раз позволило многократно увеличить эти производства. Я когда-то работал в музее пыток, пока учился в музее, но такие вещи были. Это коммерческий или государственный музей? В Петропавловской крепости, конечно. А-а-а. Там восковые фигуры, музей пыток. Леонардо да Винчи. Вот. Ну вот так это были как раз в таком сложном виде. А почему они такие неровные? Вот если по торцу смотреть, то кажется, что они прям не попадают друг в друга. Это так и должно быть? Не, это просто более поздняя модель, которая у него пазы. Но на самом деле пазы, они как бы на самом деле не нужны, просто в поздних моделях они уже смотрели, а что если. Угу. То есть это был эксперимент с пазами. Стекло в вкладке на самом деле не должно друг к другу прикасаться, потому что оно из-за внутреннего напряжения может просто лопнуть. Между ними должен быть вот этот как раз раствор. Вот. Подобным образом эти кирпичи выглядели как раз в строительных журналах, в справочниках. Сейчас мы потом вернем этот чат своего времени. Вот. Как раз вот эти все, ну, 4-5 основных моделей во всех ракурсах и возможных формах. И также в этих журналах приводились способы и виды вкладки, то есть это могли быть прямоугольные проемы, полуцеркульные проемы, вот, а также сводчатые конструкции. Вот. Но как бы изыскания фальконе не закончились на как раз создании вот этих простых моделей. Он до конца своей жизни, до 1913 года, разрабатывал все новые возможные паттерны, которые были уже более интересные, либо более совершенные. Вот. Но, к сожалению, не получили массового распространения по тем или иным причинам. Либо из-за дороговизны, либо из-за сложности при установке. Вот. И вообще, конечно, фальконе существовал в контексте своего времени. Он был не единственным изобретателем в области строительного стекла. Вот. Тем более, что его материал был столь популярен. Он также, немножко другой ракурс, он даже мог использовать вот такие посторонние включения типа металлической сетки. Которая называется, общепринятое название, стекло Монье. Наверняка
Такое стекло можно встретить чаще. Это армированное стекло. Здесь эта сетка, она находится в массе стекла, и она позволяет при ударе, повреждении стекла не разлетаться в стороны, вот эта сетка как бы задерживает осколки. Вот, что значительно упрочняет, армирует вот это прокатное листовое стекло. Здесь же они просто вдували в эту сетку, и получались вот такие пузыри. Но, к сожалению, это тоже не получило распространение, и мы знаем всего пару вот таких экспериментальных материалов. Вот. Ну и уже в конце своей жизни, понимая, то есть уже с момента как раз изобретения и популяризации этого строительного материала, прошло около 20-30 лет, он понимал его недостатки. И производственное, то, что каждый кирпич он выдувается с использованием ручного труда, вот, и довольно продолжительный процесс, если не делать это массово в разных формах. Вот. Также были проблемы как раз с оптимизацией производства, ускорением его, удешевлением. Также и при установке, при использовании вскрылось множество недостатков, таких как, например, то, что одна кладка, она очень сложно подвержена к реставрации. То есть, если одна секция убивается, ее очень сложно потом восполнить, потому что нужно вот, почти окаменевший раствор как-то удалять, вставлять туда новые кирпичи, которые не всегда, конечно, уже даже можно было купить. Вот. Плюс этот материал очень зависел от качества установки. То есть, если они были установлены неправильно, и имелась одна брешь, это брешь потом, как раковая опухоль, могла расползтись, они могли попросту вывалиться, разбиться, лопнуть. Вот, и поэтому он уже планирует что-то более прочное, с меньшим количеством воздуха. И вот мы видим здесь как раз прообраз современного стеклоблока, уже заводского промышленного производства, станкового, с узкими бороздами, уже как раз такого упрощенного вида, без рельефа, с толстым слоем стекла и практически с вакуумом внутри. Вот. Активное исследование этой темы началось буквально 10 лет назад с того, что наследница самого инженера, которая жила в доме ее деда, передала в местный музей остатки как раз вот этих конструкций, станков и некоторых запасов вот этого стекла. И тогда появился интерес у швейцарцев к своему наследованию, исследованию темы, они начали по крупицам собирать информацию, собирать образцы, вот, и осознавать, насколько, в принципе, это масштабная тема для своего времени. Вот. И все это вылилось в создание научного исследования. Какой кошмар. И ну, каталога, по сути, и выставки, которая проходила как раз в местном замке. Иония на берегу Женевского озера. Вот. Вот как бы так этот каталог выглядит. Да, его можно самостоятельно взять и предоставить в нашей библиотеке. Он там имеется в наличии. Слушай, а у тебя даже есть сумочка прям с принтом с этим. Фирменная. Ну, как и любая выставка, она делает вот какой-то мерч. Вот с этим принтом, у Никиты есть мерч. Вот. Ну, естественно, он нам был подарен, потому что Московский музей архитектуры, также углубив в эту тему, решил привести эту выставку в Россию и дополнить ее как раз русским производством, русскими памятниками и всем тем, что связанным с Россией. Как раз тоже при изучении выяснилось, что связь очень тесная и непростая. Слушай, такой вопрос. Вот мы можем назвать фольконье советский стеклоблок или нет? Потому что вот здесь вы видите лого, да, из фольконье, даже на русском это писали. Ну, написать можно все угодно, но сама технология будет другая, потому что советские стеклоблоки это уже, по сути, они даже не советские. Это технология, которая тоже пришла с Запада. Ну, просто мы их называем советские по хронологическому принципу. Так, конечно, они появились еще в 1920-х, но дошли в Россию, в СССР, только после войны, в Великой Отечественной, в 1950-х. Вот. В то же время было налажено производство. Ну и они производятся уже
там, штамповки и спаивания двух половинок на стеклополинную штамповку. А здесь, получается, это все вручную делается? Ну да, все вручную делается. Мы это показали схематично. Сейчас для тех, кто в зуме, будет черный экран. Ну вот, сейчас мы пройдемся по как раз процессу изготовления. Вот. Как раз то, что мы, в принципе, понимаем, как устроено, это как раз подобный станок по изготовлению бутылок формы. То есть набывают подобные стеклянные пузырь, его закрывают в форму, он обволакивает стены и идет уже на остывание. Только отличие бутылок то, что они не запариваются. Вот. И также на многих бутылках можно обнаружить швы. Это как раз вот следы этого конвейерного производства. Обычно это свойственно пивным, винным бутылкам, уже бутылки крепкого алкоголя, они делаются немножко по-другому. Почему водка дешевая? Наверное, тоже так же делают? Ну, да. Вот. Что касается уже самого процесса бальконье. Как и старинные сосуды, он выдувается посредством такой стеклянной трубки, образуется такой пузырь, который затем помещают в разогретую газовыми горелками форму. Вот. Форму закрывают, продувают, она пристает к стенкам, ее изымают, достают, равномерно его прокручивают, чтобы стекло не отекло, потому что как бы под силой гравитации, ну и прочего, стеклянный ворк в коне получается несколько неравномерным. Но это зависит от мастерства как раз стеклодува. И некоторые стороны, что особенно заметно на торцах, они значительно толще других. Вот. Поэтому он прокручивается, откусывается вот как раз заготовки, и затем запаривается горячий камень. Вот, пломба выглядит примерно так, можно будет это видеть, но здесь вот в макросъемке можно как раз увидеть клеймо производителя, город, и вот здесь примечательная как раз русская пломба. Тут мы видим надпись на кириллице, конечно, подтверждает, что мы, в принципе, произносим это правильно и правильно это пишем. Нет, просто фальконье. Нет. Как произносится, так оно, в принципе, и пишется. Со всеми мягкими знаками. Вот. Что позволяет нам, в принципе, сейчас правильно, настоятельно называть. Вот тут в центре очень плохо разбирается, но тут написано превью, это сокращенная привилегия, как раз вот от этого патента, и номер этой привилегии, что тоже было обязательно, 14822. Вот, который, естественно, был внесен в регистр и просто существовал в этих патентных книгах. При российском патентном бюро. Вот. Теперь мы уже перейдем к истории распространения материала. Вот. Так как я уже говорил, что изначально это создавалось усилиями местных мастерских, которые находились на Женевском озере, крупных заводов там не существовало. И вот по мере распространения и популяризации материалов производства были уже налажены на крупных заводах. Вот. И вообще, ну, Швейцария страна небольшая, фальконьер был довольно активен в своих изобретениях, они, в принципе, пользовались успехом. Он начинает представлять Швейцарию на международных строительных выставках, которые были фактически постоянным явлением. На них как раз совершался вот этот культурный обмен в области строительства и различных художественных тенденций. Вот. И первая крупная выставка, которую он посещает, она происходит в Америке. Это действительно всемирная выставка в Чикаго, так называемая Колумбова выставка. Вот. И там он представляет как раз их в виде теплиц, зимних садов, оранжерей, как раз что показывает
теплоемкость этого материала. Вот, подобным образом они выглядят изнутри, что позволяет как раз культивировать растения в несвойственном им климате. Вот. Экономия энергии из-за условностей. Вот как обычному стеклу, как там, в привычных оранжереях, в ботаническом саду около 45%, что было очень важно. Вот здесь мы видим как раз грамоту, которая выдавалась вот, за участие в выставках. Также он был... Забыл. А, да-да-да, извиняюсь. Вот что они видят. Вот, да. Вот первые виды использования, это как раз пристроенные к швейцарским домам, шале, особнякам. Вот такие веранды, стоящие, ну, в принципе, самые несущие, то есть эти стенки из, полностью из стекла, единственное укрепление для вот, обычных оконных проемов. Вот, вот эти оранжереи на выставке Чикаго, внутренний вид. И как раз диплом, который свидетельствовал о чудесных свойствах этого материала и был рекомендован как раз к устройству оранжерей и пространств, где требуется рассеянный свет и способствует стерильности. Художественные студии, это различные операционные, фотостудии и различные химические и исследовательские лаборатории. Мне кажется, ему плохо надо запихать только на А он держит, раздержал. Вот, ну тут еще, да, тоже такая интересная особенность времени. Выставка называлась «Колумбула», была приурочена как раз к юбилею открытия Америки. Вот, здесь представлены как раз основные нации, азиаты, горная раса, европейцы. Вот, гербы основных держав, участвовавших в этой выставке. Здесь мы можем увидеть герб Российской империи, чьи представители также, конечно, там должны были присутствовать. Вот, ну и видим как раз местных аборигенов, которые здесь тоже показаны в традициях искусства того времени. Вот, ну и дальше уже как раз мы видим подобные гравюры с возможностями использования как в промышленной архитектуре, так и в различных остановочных павильонах, в операционных залах, банках, хранилищах, вот, отдельно стоящих и пристроенных павильонах и зимних садах. Вот, и от этого мы переходим к памятникам. Самым известным, ярким и сохранившимся до наших дней. Нет. Ну, по сути, логично, что сам Фальконье пропагандировал свой изобретенный материал и как строитель, вот, и использовал его в своих постройках. Вот мы здесь видим как раз одну из вилл на берегу Невского озера, где он перекрывает довольно большой проем, что для того времени было как раз новшество, вот, и делать еще вот такие декоративные колонки или посредством просто цветного стекла. Вот. Следующий пример как раз во Франции, в Париже. Возможно, самый известный пример использования Фальконье к нашему времени. Это доходный дом Фурбье под названием Кастель Деранже от известного парижского архитектора Виктора Гимара, который известен нам по вот этим парижским павильонам метро, вот это вообще сложенному стилю Арнуво, вот его французской вариации. Он один из главных как раз его пропагандистов. Вот, и здесь он комбинирует вот эти четыре доступные манеры, модели в стеклянной перегородке, которая разделяет как бы парадную лестницу и черную лестницу, потому что по строительным нормам того времени большие квартиры они должны были иметь не только парадный вход, но и черный. И с точки зрения безопасности, пожарных требований, и для того, чтобы там ходил прислуга. Кто живет, бывает в старом фонде, наверняка знает, о чем я говорю, что как раз лестница парадная идет в прихожую, а лестница черная идут обычно из кухонь, коридоров, ну и
хоть близко с удовольствием. А много ли таких есть примеров, где комбинируются все четыре самых популярных фольконьер? Ну, были павильоны на парижской выставке, вот. Но, к сожалению, они были временны. Сейчас давай еще раз закрепим самые популярные формы фольконьер. Да, ну, раз, да, аналогически. Да, девятая самая популярная, восьмая тоже довольно расхожая и более, вот, еще более интересная эстетическими качествами. И седьмая модель, которая, к сожалению, до России не дошла. И мы не можем ее показать вживую. И самая простая, это как раз модель номер 5. Ты не думал выпускать какой-нибудь спиртной напиток в такой бутылке? Мне кажется, в конце бонусом я могу показать, до чего додумались советские инженеры. Еще разноцветную зубровочку туда налить. Жили. Ну, надо что-то сказать в память о каком-то архитекторе. Сами швейцарцы, из-за того, что они основоположники этих технологий и, в принципе, обладали достаточным терпением и страстью, чтобы создать огромные сводчатые купола, вот, которые довольно проблематично нужно было собирать, занимало долго времени, но они со свойственным пиететом они все это делали постепенно. То есть это фотография строительства того купола, который это тоже? Да, да. Вот. То есть нужно, конечно, его нельзя сразу вложить, он развалится, нужно постепенно его вкладывать, чтобы он застывал. Вот. Ну, самое удивительное, конечно, они это собрали, что это они сохранили еще более длинные, что это само не рухнуло. Вот. Хотел бы ты такой в Академии Штиль? Или такой? Ну, как я всего хотя просто не вижу это возможно, ну и замысел мейсмахера, конечно, этого не было. Вот. Хотя, конечно, это позволило бы сделать наше здание теплее. Потому что теплопотеря в нашем здании очень высока. В зимний период. Думаю, если кто здесь на первом курсе, скоро это ощутит. Вот. Особенно в главном корпусе. Ну да. Здесь, в принципе, мы не можем. Я просто помню, как я на втором курсе просто умирал от холода, и у меня онемели руки, я не мог рисовать. Ну да, особенно если делать на гриле. Вот. Ну, по сути, да, вот такие... Что, они такие тепленькие становятся? От рук? Да, коронавирус на инкубатор просто. Да? В общем, здесь все. Это последняя лекция. Для всего трогать, видимо, это какие-то свойства фольконьер, что он там хранит тепло. Раз я говорю, тёпленький, хочешь потрогать? Вот так, они как раз берегут тепло. И для человека рубежа 19-20 века это очень важно, потому что не существовало центрального отопления, только тогда начало появляться паровое отопление, а как бы в основном все жили на печном отоплении, на котельных угольных. Это было нужно постоянно поддерживать, если здание хотя бы там один сезон стояло без отопления, это было чревато множеством проблем, собственно. Почему вот после революции многие здания практически там пустовали, не использовались, либо люди там сидели в шубах. Как вот мы видим на блокадных фотографиях, в принципе, то же самое было в 20-х, потому что все же здания облезали, протекали, слезала краска, и, в принципе, и это легко другие процессы, перегорала проводка, и, в общем, все достижения строительные, инженерные, которые были достигнуты в 1910-х годах, они практически сошли на нет в 1920-х. Но это мы говорим о России. Слушай, а пока я там совершал променад, ты уже говорил про кривизну? Ну, это мы, когда вот о российском производстве. А, хорошо. Это будет. Просто хотел продемонстрироваться. Да. Вот, ну, а мы двигаемся дальше. Можно я пока что покажу твои половинчатые, одну четвертую? Да. Вот. Хорошо. Вот. Существовали вот такие купола, которые предусматривали комбинированные кладки. Вот, но в России наши инженеры рассчитали даже коробовые своды. То есть не коробовые своды, коробовый свод он такой, как дуга. Они рассчитали парусные своды, как вот в
здесь мы не увидим, но как мы можем видеть в церквях. Вот. К сожалению, иллюстрации у меня нет, но, поверьте на слово, эти конструкции до сих пор живы, и это одно из достижений вообще русской математической и инженерной мысли. Вот. А подобные фигуры, конечно, в основном не сохранились. Точно так, церковь. Это Вот это одна из парижских художественных галерей, салонов, которая представляла современное искусство. И это как раз было очень выгодно, потому что, ну и как и художественные мастерские, если по нашим знаниям обратить здание обратить внимание, они вот, крупные, со сплошным остеклением, они все ориентированы на север, чтобы избежать попадания прямых лучей. Ну, те, кто на НДЖ, могут об этом знать, те, кто не на НДЖ, могут туда сходить и убедиться. Ну и это видно из двора, который нас называют двором Тара. Слушай, а вот вопрос, почему на Фальконе есть такие темные фрагменты? Это выбитые? Возможно, это либо ретушь своего времени, либо это какие-то форточки, потому что, естественно, эти купола имели доступ изнутри. Они редко были однослойными, обычно они имели вот как раз такие защитные конструкции. А, плюс, да, архитекторы как раз используют его, продолжают использовать его эстетические декоративные свойства и комбинируют его уже с такими мозаичными витражами, цветочными, флоральными композициями, в общем, все как раз в угоду модерна. Вот, стекло Тиффани, где сплавлено несколько цветов, и вот такие как раз флоральные, цветочные, такие полуабстрактные рисунки есть здесь. Вот. Но это все было частное строительство, а вот крупные массы народа могли знакомиться с этим в подобных торговых домах. Это известнейший парижский торговый дом, торговый центр Самаритен, который, к сожалению, в 20 веке подвергся упрощению, рационализации и реконструкции. И эти купола, как и, впрочем, весь художественный декор, был демонтирован, ну и просто упрощен. То есть, когда мы говорим о борьбе с излишеством, нельзя сказать, что это только происходило в Советском Союзе. Да, все лишь этапы по собой. В принципе, это повсеместное явление и в Америке, и в Европе, и куча примеров, когда и орнаменты закрашивали, вот, это и в Голландии, в Рейхсмюзеуме, он был полностью очищен. Примерно он выглядел как эта аудитория. Многие здания общественные, крашены гротеском какими-то художественными элементами, они были упущены и были превращены в казармы. Сейчас идет обратно этот процесс. Вот. Это такая просто историческая ремарка. Вот. Здесь мы можем видеть как раз, как хорошо этот материал сочетается. Сейчас прогрузится изображение. Да, можно пока нагрузится еще раз посвятить в эту замечательную. Кстати, вот мне кажется, кривизна Фальконье, вот этот брак, по сути, технический, неровность стекла, и другие, они дают определенный эффект такой крутой. Это не брак, это просто, ну, форма, она имеет как бы износ. Вот, и как бы после там нескольких тысяч штук, конечно, они уже более реалистичными получаются, но в принципе это никоим образом спокой ракурса на них не влияет. Вот, и здесь мы видим, как хорошо они сочетаются с ажурными металлическими конструкциями в куполе, подобном куполу дома Зингера. Вот, ну а вместе с красотой, они, конечно, и больше, конечно, как такой рационалистический материал. Здесь мы видим зал синагоги. И вообще синагогу для не как бы людей попасть очень сложно, и особенно на службу вообще запрещено попадать боем. Вот. И как бы, для пущего таинства в одной из парижских новейших синагог на окраине города они были использованы как такие оконные проемы, напоминающие решетки, вот, которые полностью как раз позволяли соблюдать вот эту приватность происходящего. Вот, и здесь мы видим, что они как раз использовали в контексте архитектуры, которая, в принципе, была свободная от этой
от стиля, от орнамента. И фактически это архитектура без стиля. Здесь определенное просто комбинирование простых форм, материалов и вот подобных конструкций. А что это за прямоугольники, такие рамки, вставки? Возможно, это для усиления конструкции. Возможно, они модульные и вынимаются. Вот. Мы, к сожалению, не можем сказать наверняка. Вот. Потому что синагоги, так как она до сих пор действующая, ее там даже на территории не делается. Ну, это как же случай с особняками в Швейцарии, когда усложняется их изучение, ну и не только в Швейцарии, вообще в Европе. Ну да, очень сложно установить там количество, достоверно что-то выяснить. Вследствие частной собственности, если собственно выживают поделиться чем-то с миром, произведение искусства или какие-то интересные решения, проект известных архитекторов, так останутся как бы их собственным таком примером. Вот. Ну и тут вот один из чертежей. Возможно, как некогда реализованного здания, где были полностью исключены практически каменные и несущие части, и фасад был практически стеклянный, что вот очень близко к современной вот такой вот архитектуре торговых и офисных зданий. Вот. Ну, естественно, на этом европейские примеры не заканчиваются, мы просто показали наиболее яркие. Вот. Теперь, конечно, хочется поговорить о России. Вот, хочется лестно рассказать правду об архитекторах, строителях России до революционного периода, то, что в принципе они очень быстро адаптировались и принимали новейшие материалы. То есть они не были подстающим, они практически сразу использовали и возили все возможные новинки, постоянно существовал культурный обмен. Вот. И первое упоминание Бальконии периодически зданиях относится к 1895 году. Вот, даже можно некоторые строчки из этого зачитать. Оно из-за рубежа приходит в Россию в этом году, наконец-то. Ну, по сути, да. То есть, наверняка вместе со статьей были привезены первые образцы, с которыми непосредственно могли ознакомиться архитекторы. Вот. Итак. В настоящее время известная фирма Иосифа Неппа занимается выделкой камней и стекла системы Фальконье, патентованных в Германии, Австралии, Франции, Бельгии, Швейцарии и Соединенных Штатах, что как бы позволяет читателю убедиться уже в проверенности этого материала, вызывает такое доверие. Вот эти камни делаются посредством выдувания, как и всякие стеклянные изделия. Они полые, с довольно тонкими стенками, отлично сопротивляются давлению, совершенно прозрачны, очень легки. Применяются они во дворах, внутри домов, как переборки в жилых помещениях, в магазинах, конторах, мастерских и так далее. Везде, где нужно обилие света, в особенности в таких случаях, где по строительному уставу это запрещено. Где запрещены окна, потому что нам наверняка известна картина, где у дома есть даже иногда не штукатуренная стена, полностью глухая, так называемый продмал, где как раз по строительному законодательству были запрещены оконные проемы. И, по сути, вот, подобные кирпичи стали выходом из этой ситуации и позволяли как бы расшивать, делать оконные проемы, пускать в помещение, служебное помещение, свет. Вот. Так, камни выделываются целые, трехчетверочные, половинчатые и четвертые. Продаются по одинаковой цене, а именно за 100 штук. От 30 до 5 австрийских гульденов, около 25 рублей. Или за кубическими. Значит, 3 штуки 25 рублей. 100 штук. А, 100 штук. 50 штук это примерно больше 1 квадратного метра. То есть среднее окно это 2 метра. Но это вообще как дорого или нормально? Лучше бы на месте спрашивать. Но в целом, да, достаточно дорого. Но. То есть вообще. Делали дешевые, да. И, в принципе, это была очень динамичная отрасль, особенно в начале 20 века с строительным бумом, ведь у нас есть целые районы, которые по
построен практически с нуля в 900-910-е годы. И там это очень активно используют вместе с другими отделочными материалами и другими новшествами. Вот. Ну и как бы как раз просвещенная публика знакомилась с ними посредством вот таких киосков, конструкций павильонов на строительных выставках, где как раз уже наши заводчики представляли этот материал наравне с другими своими изделиями. Это зеркала, и художественное стекло, витражи, и большие технические колбы для, возможно, газа или пара. Вот. И также, конечно, стеклянные полы, которые вот их можно увидеть как раз в нашем большом выставочном зале и на первом этаже музея, который рассеянный цвет перенаправляли в темные, плохо освещенные подвальные помещения. Слушай, а это не какая-то мистика или что такое? Это чтоб красиво было? Это чтоб красиво. Красиво. Вот, да. Витражи, ширмы, окна, двери, в общем, все очень изящно. Фасеты и даже вот такие стеклянные козырьки. Вот. Ну, в общем, они были обречены на успех. И действительно, практически в каждом втором, третьем новом доме их можно было встретить. Вот. Подобная реклама встречается. Ой. Сейчас звонит. Мне. Срочно заканчивается трансляция. Это у тебя. Там будет хороший эффект. Алло! Где он? Я извиняюсь. Вот объявление своего времени. Отдел эстетики, например, модерна. Представлен как раз весь принц-куран, ассортимент всех возможных изделий, среди них как раз вот эти окна коня и стеклянных кирпичей. Вот, первым памятником, достоверно известным в России, где оно было использовано, это первое электрическое депо Москвы. Первая электрическая трамвайная линия, которая постепенно сменила трамвай, который был на Горной Тяге. Вот. И так как поставка этого оборудования занималась немецкой фирмой Siemens, это известно до сих пор, я думаю, им было легко как раз продвинуть своих соотечественников и новый строительный материал. И вот эти три огромных окна, скругленных, которые освещали как раз пространство вот этого закона для трамвая, они были застеклены ввозными немецкими как раз, кирпичами, которые были произведены в Германии. Вот. Депо сохранилось до наших дней, правда, оно было произведено в 60-х, и сейчас вот, фактически оно было отчуждено во Франции и передано в частные руки как памятник с обязанностью его сохранить, ну и адаптировать под современную нужду. Сохранение самых важных исторических элементов. Зрение, часть окон была утрачена, и путем переборки они сохранили одно окно, и сейчас там будет открыт фудкорт. Вот как мы знаем, есть известное место в Москве, белорусское конструктивистское депо, превращенное в фудкорт, так будет вот и дореализовано. Да. Вот здесь мы можем увидеть крупнее. А как раз вот это окно и там вот. Вот. Довольно большая площадь, и явно фотография сделана зимой, ну и видно прекрасный сакан, запечатлена вот эта сцена аж в 1917 году. И видите, ни одной трещины, ни одного утраченного блока там нет. Вот. Следующим примером, более ярким и декоративным, является вот подобное окно в здании фирмы Фаберже на Большой Морской улице, где находилось их представительство, мастерские, сейф и даже
городская квартира самого Карла Фаберже. Вот. И его, ко мне изменяет память, архитектор, приходящий своему племяннику, использует там вот подобные стекла, ну, уже русского производства. Вот. Нечто подобное я держу в руках. Как раз сейчас мы можем поговорить о другом совершенстве, которое было, да, совершенствовано в России. Здесь мы видим блоки не с типичным рельефом и сделанные немножко по-другому. Они сделаны либо из двух половин, либо из четырех четвертинок, что позволяет сделать их более ровными. И также вот этот рельеф, по сути, вот эти лучи, они сходятся в одну точку, что позволяет математически более точно и более надежно их сделать. Потому что вот эта форма арабическая, она менее стабильна, вследствие чего она довольно кривая. Если вот мы так сравним, что одна сторона как бы аутентичного перчатка, она будет как раз тренированной. А русский блок, совершенствованный, изготавливаемый в России по патенту, тут даже присутствует специальная надпись, они были, конечно, улучшены значительно. Шадай пошапай. Только надо экран немножко настроить, наверное, да? Абсолютно. То есть вот этот, он вообще не шатается, вот я его дергаю, никакого шатуна не происходит. А этот, видите, как сильно пошатывается. И так на каждую сторону, в принципе. Но это все сглаживает с раствором. Но в целом, да, конечно, лучше было их делать. Ну да, никто бы их шатать не стал, даже вот основание видно, как она гуляет. А здесь... Да, здесь я практически не гуляю. Ну, тут борозды даже был. Это если уже. Но мне ближе вот эти. Оно такое все ручное, мило. Спасибо. Да. Вот. Вообще, надо в пользу Москвы стоит сказать, что они были свободны от строгих консервативных петербургских вкусов. Были более смелыми и в рационалистических, и в художественных решениях. Ну, яркий пример как раз московский модель, московские особняки Гекушева и Шерфеля. Это какие-то совершенно инопланетные здания. Для человека того времени они были реально чем-то вообще абсолютно новым и неизведанным. Вот. Известный архитектор Москвы Рихард Мирузе, который известен в основном из-за своего здания на Пушкинской, первый революционный небоскреб Москвы, 12-этажное здание. Он был очень активный, строил множество доходных домов, и им было, вообще московским домам, свойственно, что у них окна парадные, они выходят во двор, во внутренний, они выходят наружу. И московским архитекторам постоянно нужно было обыгрывать как раз движение лестничного марша, потому что окна окнами квартиры должны были идти в разнобой. Ну, сооружение безопасности и просто устройство. Вот. И он как раз устраивает в своих домах такие выносные эркеры, которые как раз полностью заполняют под коридоры вот этим стеклом. Вот, что в принципе там, в 2014 году они были практически целыми. Вот, но место расположения этого дома сыграло с ним плохую шутку. Он был сначала расселен, а он сам находится на Балчуге, на Садовнической улице, в 500 метрах от Кремля. Естественно, там коммуналок существовать не могло. Мы можем как раз посчитать, какой длины были дореволюционные квартиры. Вот, жили тогда широко. И вот можно посчитать количество окон вот до конца здания. То есть это все от одна квартира. Вот. Дом был расселен, и фактически, ну, вот от него как. Это принято делать, оставили только одну стену, чтобы не замораться со стеклом, его полностью выбили. Ну и потом уже при сдаче объекта его просто застекляли обычно в теплопакет. Вот. Ну, никто ничего не делает. Что у тебя? Ну, еще пару. Как называется? Вот. Вот это как раз кирпич патент. Сапомал, если здесь он... А вот. Ну да, 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 просто тут, к сожалению, немножко нарушилось. Порядочность снимков.
взгляд, один из самых интересных и смелых примеров использования фальконье, это в архитектуре такой вот традиционной церкви в неорусском стиле, где вот как раз свойственно вот допетровским церквям обходные галереи, вот это вот, все вот это узорочье, формы, не штукатуренный кирпич, встречаются фактически вот с новейшим материалом и не где-нибудь, а в Нижнем Новгороде, вот, где архитектор достаточно смело поступил и для как раз теплосбережения церкви, а церкви это обычные залы, такие пространства, и потопить их было гораздо сложнее, чем обычные жилые дома. Вот. Он как раз решает застеклить вот эти традиционные русские окна стеклом фальконье. В принципе, оно вписывается вот, во всю эту русскую орнаментику. Вот. Но, к сожалению, именно эту церковь, Нижний Новгород, потребовалось снести. Вот. Там практически полностью сохранились все старые церкви, но вот именно это не повезло при формировании какого-то городского сталинского ансамбля. То есть даже восстановить на старом месте, как это сейчас любят многих делать, это невозможно, к сожалению. Вот. Увы. Вот, дальше мы возвращаемся обратно в Москву и видим такое неоготическое здание Московского политехнического общества. Так как это здание не живое, а конторское, оно имеет своеобразную планировку, которая позволила сделать коридоры вдоль стен. И тем самым вот на этой стене получилось сделать около 25 окон фальконье, которые превосходно сохранились по сей день. Ну, из-за того, что они и довольно хорошо, надежно уложены, и сами по себе без брака. У вас не так красиво, как у нас. Ну и, конечно, сыграло роль, что все, а там сейчас находится Институт машиноведения РАН, все подобные бюджетные научные организации, они очень плохо спонсируют. Вот. Ну, что касается содержания здания. И поэтому эти окна 115 лет стоят, и ничего с ними не происходит. Вот. Ну, а думаю, сейчас уже в наше время они, в принципе, в безопасности. Потому что тема достаточно освещенная, и я думаю, в документах по зданиям они являются предметом охраны. Вот. Интересный пример сохранил для нас пригород Петербурга, а именно Кронштадт, что еще более удивительно, при том, что город подвергался бомбежкам во время Великой Отечественной войны, тем не менее там сохранились практически в первозданном виде помещение лаборатории 1905-1907 годов. Вот. И что самое удивительное, из-за того, что в принципе здание не поменяло свое предназначение, как и 100 с лишним лет назад, здесь сидят врачи и следуют анализы, проводят исследования, вот, и хранят как раз различные образцы. За этими, за этой огромной стенкой находится зубной кабинет. Вот. Так, я думаю, все поняли, да, что вот это все, что вы держали в руках, этому больше 110 лет. Это не советские какие-то недавние вещи, это очень старые фальконьешки. Вот. Но что касается советского периода, по инерции, так как все-таки в Россию технология вот этих штампованных блоков еще не пришла в 30-е годы, хотя она, в принципе, была в Европе. Вот, по инерции они как раз на Мальцевском заводе в Гусхрустальном нашли старые формы и, в принципе, выдали по госзаказу ну, несколько сотен тысяч этих кирпичей для двух крупных хранилищ. Один это архив на Пироговке, Российский государственный архив, состоящий из большого количества зданий, и само вот это здание, которое приведено на фотографии, оно состоит из шести подобных секций. Вот. Там они были использованы с внешней стороны. Вот. Но из-за того, что, конечно, это был многомиллионный заказ, его нужно было
наверняка выполнить какие-то сжатые сроки. Делали очень быстро. Вот. Ну и о качестве говорить не приходится. Да? А с ракурса непонятно. Это какая-то такая вытянутая форма? Да. Это просто снизу. Вид снизу. Вот. Ну, что в условиях плохой сохранности практически во всех корпусах они были поменены на вот такие стеклопакеты. То есть там до сих пор какие-то фальконьи остались? Ну, это снято около года назад. Это был довольно большой скандал с точки зрения градозащиты, что выбивали эти стекла. Ну, формально... Ну, у нас такое сейчас везде делают. Вон здание напротив мечети реставрировали, выбили фальконьи. Ну, потому что в изначальном проекте даже ничего не было сказано. Было сказано, но строители привыкли как бы не самим решать, а делать то, что есть на бумаге. Вот. А если, тем более, это не стоит на охране, на мечети, еще где-то не было, какая-то даже для них не имеет никакого значения, тем более то, что сметы, закупки, все это очень связано. Когда окна уже куплены, их нельзя не поставить. Даже есть люди, которые продают по отдельности эти фальконьи, а почем они ныне стоят примерно? Ну, какие-то самые обычные. Старые, ну, можно найти там вещи. Да, и, кстати, вот много на рынке было как раз просто некоторые рабочие, смекнув или там работники архива, просто их же на помойку выносили, они их просто выносили, либо вывозили, доставали уже из музыки. Но они сами по себе хуже, это видно. Они очень такие оплавленные, и тонкостенные, и с такого довольно грязного цвета. Вот. Вот типовые объявления революционные. И на самом деле, вот, как мы показывали какие-то отдельные объекты, но самый частый вид использования – это как раз вот доходное строительство и различные, ну, такие технические зоны, коридоры, прихожие, кладовки, санузлы, уборные, вот, где как раз они, в принципе, достаточно хорошо сохраняются, если, опять же, там никому не хочется их поменять. Вот, то есть они, кладка смотрит наружу, там уже находится. Здесь даже можно увидеть один из городских соборов. Вот. Владимирский. Обычный. Ну да. Там здесь хорошо видно. Прям очень по-петербургски. Старая. Подожди, это вылитая часть? Вот там, ну, она как бы... Ну да. Вентиляция. Вот. И улица. Внутри они еще защищены обычно рамой. Деревянной рамой. Вот. Чтобы как раз сделать вот такую воздушную прослойку. Вот. Ну, с внешней стороны это выглядит примерно вот то, что видим здесь, а с другой стороны выглядит вот так. Такие соты на малых домах, в принципе, явление очень распространенное. Вот. И сейчас мы как раз... Да, один из таких самых масштабных, я помню, на Лесной, на территории исторической Лесной, на Сапсонинском. Был такой дом, я даже сходил туда посмотреть. Да, но самое странное, что касается этого дома, он в 60-х был на Сапремонте. И изначально там таких стекол не было. Но, видимо, как бы не были экономными людьми, и, видимо, где-то разобрали. Но, то есть 60-е поставили? Да, там книги и дома прям строили. По чертежам это видно. Вот. И перемычки там такой не было. И как бы, да, по сути, кто-то чьей-то волей это было сделано. Так, сейчас мы вернем. Давай еще минут 5, наверное, съедем, да, мы перейдем к вопросам, да, чтобы было время еще задать какие-то вопросы. Вот, мы говорили, да, почему типа это выкидывают, разбивают. Ну, потому что рабочие работают очень быстро, и обычно, как бы, к нашему времени уже покрывают стрессы. Естественно, культура быта не всегда на высоком уровне. И они покрываются грязью, плюс имеется раствор, некоторые из них могут быть битыми, и с ними особо не церемонится. А как долго тебе по времени занимает очиститься от раствора, конечно? Ну, бывает, да. То есть это зависит от самого раствора. Он может быть крепкий как камень, его можно реально мачивать. Кстати, есть тот, который, ну, более дешевый, там много песка, и он просто рассыпается, потому что он весь уже практически гнивший. Вот, и так как можно, просто перебрав, сделать и по
приставные конструкции к стенам и сделать отдельно стоящие. Вот. В современном таком дизайнерском интерьере. Это где-то в Москве, что-то типа бар, да? Ну, заведение. Закрыто. Хороший. Да. Вот, а это, кстати, да, если тебе понравится, это уборка. То есть это кабина уборка. Правильно, там можно сидеть. Правда, они там внутри как бы затонировали, чтобы никто, подойдя, не мог. Ну там можно силуэт увидеть. Всегда приятно. Сидишь и ешь, там кто-то сел или встал. И все сразу же понятно. Нет, там это только световая функция. В общем, все, да? На этом основной блок закончился. Вы можете задать сейчас свои вопросы. Давайте сначала посмотрим в зуме. Да, комментариям, если комментарии зума, можно ответить на те комментарии, на которые мы не ответили с прошлого зума. Ну и пусть что они ушли, эти люди. Это надо убрать. Вот так, не изучать. Так, можно зачитать? Да, буду зачитывать. Мы с самого начала пойдем. Так, ну сейчас не видите, вы да, там я точно видно. Спасибо. Где сейчас можно купить такие блоки? Вот, где? Ну, либо заказать факцию. Ну, в Инстаграме есть такой кронс-фактор, вот там это советский. Ну, там. Ну, а, уже все, да? Вообще, успешно. Такие большие деньги дают. Интересно, спасибо всем. Лучше спрашивать как. Ладно, не то. А, Инстаграм какие-то. Ну, я напишу, да. У меня вообще-то есть, я когда анонсировал встречи, я писал в Инстаграм. Я знаю, но сам в Инстаграме. Он, ну это, слушай, можно завидеть, у тебя не такой длинный Инстаграм. Всем надо все просто, чтобы было. Почему они хорошо были? Как поняла, потому что мы, да. Ну, это по сути, всегда понимаем психопакеты. Нынешний опыт современный, они обычно двухслойные, что позволяет как раз все это фактически герметизировать. Очень хорошо закрывать. Фальконе, который используют у нас, это университетского производства. Выбранные или воровые технологии. Они все виды. То есть сначала были как раз немецкие образцы, эти сделаны на заводе. В Пензе. Вот. Потом они возились с территории Польши, которая, напомню, была частью Российской империи. Вот. Ну и потом как раз этот кирпич, по нему видно, то, что это форма импортная, на ней вот латиница Фальконье, Франц Бельги, как сказать, 9 плюс, ну то есть модель номер 10. Вот. Но пломба уже русская, как раз вот, как я показывал, с надписью на кириллице. Вот. И потом наши уже, конечно, сделали свои собственные формы. Вот, ну, потому что наши лучшие дела. Не, наши лучшие, они крепче, потому что мы живем в довольно суровом мире. Вот. Хотя, в принципе, география, как используемая в России, она вот, ну, можно сказать, выбор. Ну, Хельсинки, выбор. Рига, Вильнюс, Петербург, Москва и Поволжье. В принципе, практически все крупные поволжские города, подмосковные города, там они везде встречаются. До сих пор Вильнюс встречаются. Да, в Самаре, в Саратове очень много. Вот. В Ростове, на Дону. Ну, многие города. Возможно ли сейчас воспроизвести какой-нибудь на какой-нибудь фабрике с помощью шаблона? В принципе, да, как сказать, среди наших, среди людей, которые тут работают, были найдены энтузиасты, которые реконструировали технологию. Вот. Производство не было налажено, но как бы блок получился. В принципе, он идентичен. Вот. Просто равнее. Современные стеклоблоки можешь считать Фальконе? На этот вопрос уже задавал. Можешь еще раз ответить? Кратко. Ну, вот современности по не, ну это же выдатый посредством с участием человека. Mm-hmm. Вот, и занимает определенное время. Современности по-моему, они уже автоматизированы. Mm-hmm.
Вот Мария Горбунова живет в Пятигорске. Ты случайно не знаешь, можешь прокомментировать, фальконье в Пятигорске использовалось где-то? Вполне возможно, в принципе, это же старый город, там была вот греческая архитектура, там, я думаю, много всяких курортных вилл там, и прочего, где как раз они используются. И, кстати, очень много в Крыму. В Крыму, ну, на Кавказе тоже. Там, я видел в Баку, в Тбилиси. Но она говорит, что живьем не встречал в Пятигорске. Есть ли смысл сейчас использовать пристроение? Ну, в принципе, да, если делать все по уму. Если правильно собрать, имея все необходимые формы, вот, ну и сделать как раз, как это было принято, с защитой внутренней рамы, если это выходит на улицу. Если это внутри, можно обойтись одним перегородкой. Может, какие-то вопросы из аудитории, что-то уточнить хотите? Они бы трогали, поднесли, может быть, что-то. Сейчас это массово не производят? Нет, ну это дорогостоящие, то есть в основном их исполняют сейчас для реставрации. То есть, подобное мы знаем на Западе, но вот русские примеры реставрации еще живут в свой час. А вот у меня такой вопрос. В очень большом количестве старых зданий и бань тоже вот используются. Блоки. Ну, это советские, то, что там все это неправильно называть фальконье, это все стеклоблоки. Давайте я продублирую ваш вопрос, потому что в зуме его не слышу. Во многих советских зданиях, банях используются стеклоблоки, ну такие, квадратные, да, имеются. Да, да. Правильно ли называть фальконье или нет? На Чайковском еще вот, в нашем здании на третьем этаже, по-моему, есть стена. Да, да. Как раз перегород. Нет, в принципе, да. Как бы за основу все равно была взята идея. Просто это была следующая ступень эволюции, которая позволила сделать хоть более совершенные, но менее эстетичные вот эти стеклоблоки. И более простые и дешевые производства. Вот. Естественно, период использования этих вещей он ограничен 30-40 годами. С 1880-х по лет 1920-х. Ну, есть еще отдельный пример там, использования 30-х. Голландии. Вот, ну это просто точечно. Я как-то помню, тебе года два назад присылал павильон, не выполненный советский, по-моему, 30-х годов. И там так и не понял. Это уже стеклоблоки, которые делают машины, и фальконье использовались. Потому что, судя по названию, было не ясно в статье. Там может быть сложно повторять. Какие-нибудь еще вопросы есть? А выполненные из этих стеклоблоков какой-то элемент здания, он соотносим по прочности с кирпичным или нет? Ну, просто кирпич, он как бы монолитный, а эти полы. Как бы они полые. Вот. Ну, мы же окна не бьем просто. И, в принципе, многие стекла, витражи, они сохраняются по сей день при правильной эксплуатации и надлежащем содержании. Слушай, но все-таки же вот такая форма, она обоснована еще и конструктивными особенностями. То есть при такой форме он может быть прочным. Ветра стоит. Ну это все, конечно, инженеры лучше скажут, но в принципе мы можем, да, судить на подобном месте. Еще какие-то вопросы? Можно спросить. Вы сказали, что прозрачный сделать гораздо, ну, бесцветный. Дороже, да, чем бесцветный. Обычно. А какой изначально имеет? Вот как раз зеленый, вот такое бутылочное стекло из-за присутствия окиси железа. Вот. Нужно отметить, что для России фиолетовый цвет, ну то есть он особенный для России, потому что на Западе он не встречается. Там есть вся палитра, кроме фиолетовой, потому что фиолетовый в России там марганец. Минерал, его там чуть ли не с екатерининских времен использовали для обесцвечивания стекла. Вот. Ну, для получения примерно такого стекла. Бесцветное стекло, оно было дороже зеленым. Вот. И, ну, тоже зависит, конечно, от состава. Вот, например, вот эти кирпичи, они сделаны из саблинского песка, пригородного, где у нас как раз пещеры, карьеры. Вот. А потом марганец стал использоваться как самостоятельный краситель, и как бы очень много примеров, где они как раз фиолетовые. А есть стекольщики? Вот вы же, по-моему, ездите в Саблино, там даже есть какие-то курсы по подборке этого песка, гиды водят специально людей, чтобы они там не потерялись. Возможно, вот туда... Слушай, я слышал от местного пьяного гида, это был 8 марта, он рассказывал, что они там снимаются, какие-то студенты к ним приезжают.
получает. Не знаю точно, с какого вуза. Он просто один, он, ну, он приятный был. Наверное, хотят просто свалить стекло сами. Вот, возможно. Потому что сейчас, в принципе, те, кто работает за стеклом, они в основном покупают уже подготовленную массу для плавления. То есть, а само стекло изготавливают уже на больших заводах большими партиями. Вот. Но можно как-то. Ну, это для экстремала. Ну, да. Ну, для тех, кто хочет как бы древним. Да, для вещица. Как стрим. Так, ну давайте тогда заканчивать. Всем спасибо, у нас уже время и спасибо. Спасибо. Прошу прощения, можно, дамы, здесь, пока все не упало. Ой.